Дорогие соотечественники, многие из вас не верят никому. Веру в Молдову убили те, кто думал только о своем кармане. Но сегодня наша партия Рената Усатова предложила мне стать президентом и делом освободить Молдову из-под ига режима Плохотнюка. Мы сделаем это одним президентским указом о распуске парламента. Ваш голос за меня – это ваша подпись на этом указе. Это не мой, это ваш указ. И это ваш выбор.